Здравствуйте, друзья! Еще только начало апреля, а гидромедцентр уже обещает на сегодня хорошую погоду – до 27 градусов тепла. Сейчас светит достаточно жаркое солнце, и на улице уже ощущается очень теплая погода. И сегодня, в такой прекрасный день, мы с вами прогуляемся до парка Ататюрка и пляжа Конья-Алты. Конечная остановка трамвая Ностальжи. А справа от меня находится красивая смотровая площадка, до которой буквально пару шагов. А вот, кстати говоря, и сам трамвай Ностальжи. Мы пришли на площадку, и с нее открываются вот такие виды. А подойдя ближе к пляжу, уже можно увидеть большое количество загорающих людей, которые растянулись прямо вдоль всего пляжа. Подойдя к первой площадке, ведущей к лифту, здесь открываются вот такие виды. Thank you.
Со второй площадки, ведущей к лифту, виды немного уступают первой, но они все так же прекрасны, и они ведут на парк, чистый парк. Спустившись на лифте и пройдя буквально немного, можно увидеть, что подготовка к купальному сезону идет полным ходом. За моей спиной стоят большое количество кабинок для переодевания, а также слева от меня находятся спасательные вышки. Дошли до пляжа. Здесь можно увидеть большое количество загорающих людей. Ну а на этом наша небольшая прогулка подошла к концу. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и не забывайте про колокольчик. До новых встреч, друзья!